Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный и всеми любимый тортик «Три шоколада». Начнем с бисквита. Разделяем белки от желтков. Взбиваем белки до пены и постепенно, добавляя сахар, взбиваем до пиков. С желтками делаем то же самое. Затем добавляем растительное масло и молоко и хорошенько перемешаем. Аккуратно соединяем белки и желтки, как на видео, не теряя воздушность белка. К муке добавляем разрыхлитель, какао, перемешаем и просеиваем в 3 приема. Аккуратно перемешиваем, как на видео. У меня форма с диаметром 20 см. Вливаем форму и выравниваем. Выпекаем при 180 градусах 25 минут. Даем ему полностью остыть. Тортик будем собирать в кольце. У меня кольцо с диаметром 18 сантиметров. Теперь приготовим крем из темного шоколада. Оставляем набухать желатин с молоком на полчаса. К молоке добавляем сахар и доводим до кипения. Ставим минимальный огонь, добавляем желток и быстро перемешиваем. И варим минутку. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин и перемешиваем до растворения желатина. Добавляем темный шоколад и хорошо перемешаем. Затем взбиваем сливки с сахаром до состояния крема. Соединяем с шоколадной массой и слой из темного шоколада готов. Если у вас нет пленки, смажьте форму маслом. Собираем наш тортик. Кладем бисквит. Вливаем крем из темного шоколада. Хорошо подравниваем. И ставим в холодильник минимум на час. Крем из молочного и белого шоколада готовится точно так же. Меняем только шоколад. И после каждого слоя ставим в холодильник на час. Красивый тортик «Три шоколада» готов. Посмотрите на это чудо. Ставьте лайк, если вы скушали. Торт очень нежный и чувствуется каждый слой шоколада. Вкусно!